Имя писателя и журналиста Геннадия Максимова не нуждается в особом представлении. В первые весенние дни в Чувашском книжном издательстве вышла его очередная книга «Любовь неугасимая». Он посвятил ее дочерям. В книгу вошли три повести и один рассказ. Все они о любви. Автор уверен, что это сильное чувство лежит в основе жизни любого человека. Все поступки, жизненные установки и моральные принципы – все складывается через призму любви. Первую часть написал, там трагично кончилось. Вот завершилось, и после этого очень много писем было. Писем было, и вторую часть надо писать. Но я постарался, вторую часть сделал. Геннадий Максимов творит с завидной регулярностью. В послужном списке писателя уже несколько книг. Ему повезло и в том, что любимое дело – отчасти продолжение его работы. Уже 20 лет Геннадий Максимов работает в издательском доме «Хабар».